данные по заболеваемости коронавирусом и выяснили, у 97% пациентов с тяжелой формой COVID-19 не было прививки. У вакцинированных же ямальцев заболевание чаще протекало легко. Госпитализация требовалась в исключительных случаях. Лишь 3% от общего числа заболевших вакцинированы и лечились в стационаре. Это люди старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями, после вакцинации которых прошло более 5-6 месяцев. Сейчас в нашем регионе в реанимациях насчитывают единицы тяжелых пациентов, у которых есть прививки. Это подтверждает эффективность вакцинации, отметил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков. Стало больше молодых пациентов, тяжело переносящих атаку вируса. Среди умерших от коронавирусной инфекции есть северяне моложе 30 лет.